Приветствую, друзья! Мы с вами продолжаем видеоурок по изготовлению зайчика. Сейчас у нас вторая часть. Welcome! Продолжать! Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите свои комментарии. Я взяла 12-дюймовый серый шарик, засунула внутрь туда 260-ю ШДМ-ку. Мне нужно сделать ему лапки. Так, мы надули сначала внешний шарик, теперь внутренний на 2,5 качка. Сильно крупные лапки я не хочу делать. Вот. Вот такие у нас получились лапки. Вот они абсолютно одинаковые. Теперь нам нужно поработать над телом. Нам нужно сюда вставить центральную пуцку для того, чтобы привязать это дело к полянке. Две пуцки для ног. И ручки, наверное, у нас из шеи будут. Сейчас мы посмотрим. Может быть, и добавим. Так, две для ноги, для ног. И одна для центра. Кидаем пуцку. У нас тут прям даже воздух еще остался. Вот мы ее прихватили. Сразу мы ее сделаем. И лапки, ножки. И еще сейчас мы туда засунем пуцку для хвостика. Что за зайка без хвоста? Я пока оставлю так, но я, возможно, их буду двигать, потому что еще неизвестно, как лучше лапки лягут. Так, хвостик. Хвостик, наверное, можно будет подвязать. Сейчас мы посмотрим, как лучше. Если что, мы всегда сможем что-то изменить. Берем наш клевер красивый. Вставляем в центр. Ловим изнутри. Есть. Все. Вот наш зайка уселся. Где наши пуцки? Вообще, на самом деле, вот все, я поняла. Зачем нам с вами делать пуцки, если у нас есть прекрасные пинчи, за которые можно ставить ножки. Смотрите, какая лапа получается. Так мы и сделаем. А пуцку и хвост мы также сделаем, а пуцки эти мы сделаем для рук. Хвостик, как мы знаем, у зайчика кругленький, маленький, вот. Прям нормально по размеру. Даже помельче, да, можно чуть-чуть. Все. Вот наш хвост. Отлично. Значит, эти пуцки мы сейчас вернем на место. Поднимем их повыше. Зачем мы так сильно старались, делали такую сложную полянку, чтобы ей не воспользоваться? Очень даже будем ей пользоваться. Вот я пока сюда подняла. Сейчас я уберу воздух, потому что он мешает. У нас скатываются шарики, эти пуцочки. Вот, все, теперь они никуда не денутся, но мы их все равно сможем двигать. Берем нашу лапку, цепляем за пинчик и просто накручиваем. Раз. Вот, отлично. И вторую. Мы ее как бы оттягиваем и цепляем.
слишком. Ну и, соответственно, хвостик у нас будет вот тут прям по центру. Сюда мы его сейчас притянем. Отлично. Вот такая зая у нас вышла. Вот у нас ручки у зайчика. Все-таки мне нравится, чтобы они, наверное, где-нибудь вот здесь, да, были. Так. Давайте прицепим ушки. Я беру наш узелок. Так вот вокруг него. Вот он отлично у нас получился. Берем отрезочек. Есть. И второй. Теперь берем само ушко и цепляемся. Плотненько-плотненько. Прям я вот все, вот видите, как сильно-сильно натягиваю. И хорошенечко так подтягиваю это дело. Вот так раз. Получается два узелочка, да? И два. ШДМ-ки, которыми я подтягивала ушки, они у нас обработанные, поэтому я сейчас лишнее вот так вот обрезаю, оставляю два кольца довольно длинных, прям поддуваю их прям на месте. Вот. И делаем несколько пинчей, чтобы скрыть узелки. Вот такая няша. Так. Теперь я возьму 160-й розовый. Мне хочется сделать такой маленький хаотичный бантик на одно ушко. Я просто делаю петельки. Теперь я завязываю голову с телом. Делаю это очень плотненько, прям сильно-сильно. Наверное, вот так вот даже нормально будет. Неплохо. Да, так и сделаем. У нас здесь остались узелки, которые я думала до последнего делать не делать. Мы их просто сейчас наверх перегоним в горлышко шарика. И все, и мы про них забудем. Ненужный элемент. Все. Лишние узелки я убираю. Лапки я между собой связываю. Я теперь беру пятерочку, обязательно обрабатываю ее. Надуваю ее прям даже не на полный качок, но завязываю ее довольно плотненько, чтобы она вот такая тугая была, не совсем мягкая. И делаю такой вот маленький совсем. Теперь я хочу одеть этой няшке юбочку.
Ну, это не обязательный атрибут, она и так прекрасно смотрится, но мне хочется. Поэтому я беру 260-ю шедемку. Для юбочки я буду использовать элементы тоже из пластика. Сейчас мы сделаем несколько из них. Берем 160-й шедем. Вставляем внутрь пятерочки. На два качка маленького насоса надуваем один элемент. И на три, наверное, надуваем второй. Теперь мы берем 260-й шедем, надуваем его. Не сильно, намного, на два, наверное, может даже чуть меньше качка. И еще один 260. Ой. Свяжем их между собой. И будем плести в два уровня. Сейчас я делаю два пинча. Такие прям кругленькие. Не сильно огромные, но и не маленькие. Отступаю, наверное, вот такой пузырь. Сантиметра 3. Делаю еще. Вот так. Вот таким образом, да? И здесь я делаю то же самое, только у нас будут соединены они. Я делаю такой же крупный пузырь. И возвращаюсь сюда. То есть вот таким образом. Теперь пойдем дальше. Опять крупный пузырь. Ну и продолжать нам нужно до тех пор, пока мы не обернем всю зайку. Она у нас пухленькая. Один шедем мы уже добавили. Это один слой. Сейчас вторым слоем пойдем. То есть мы делаем пузырь, два пинча, такой же пузырь и сюда заводим. И так далее, да, то есть вот такими вот зигзагами. Так, все, у нас здесь уже, считай, последний рядок. Сейчас я на зайку одену, сзади зафиксирую и закончу. Я доделала до конца, у меня осталось два хвоста. Мы их просто свяжем. Теперь маленькая хитрость. Чтобы у нас это дело не топорщилось, во-первых, я все пинчики хочу вывести вперед. То есть вот так. Они мне нужны будут именно впереди. Вот она у нас. Сразу опустилась. Даже, наверное, можно было бы на рядок меньше делать.
Мне не нравится. Слишком много рядов. Я сейчас один ряд уберу. Даже, наверное, не один. Вот так. Вот так. Переберу шедемку, беру из нее воздух, цепляю и прям стягиваю. Так, раз, два, и так по кругу, три, четыре. У нас получилось 15. Пузырей, соответственно, будет 30 лепестков. Вот между ножек пускаем. И здесь между ножек. Отлично. Вот все. Теперь давайте посмотрим, как лучше. Значит, длинный будет здесь. В общем-то, мне нравится, но нужно сделать все-таки, наверное, вот такие лепестки. Мы попробуем. Чтобы они были чуток поизящнее. Вот. Друзья, я прикрепила юбочку. У нас вышло довольно много элементов. Она получилась вот такая вот пышненькая у нас со всех сторон. Здесь у нас видно хвостик. Я одну штучку не делала, да, у меня тут пропущено. И немножко я поменяла место расположения лапок. Я их убрала с полянки и прикрепила их к юбочке. Вот так. Чтобы их было чуть больше видно, потому что они прям совсем спрятались. Ну, это лично мое такое. Мне так больше понравилось изменить. Полянка у нас практически вся закрылась, но она выполняет функцию, что на зайка на ней спокойно сидит. Дальше. Нам нужно прикрепить глазки. Мне понравился вот такой вариант. И еще есть очень симпатичный вот такой вариант. Я, наверное, вот этот попробую. Сейчас посмотрим, что выйдет. Ой, мне нравится. Вот такая у нас получилась милая лапа. Ротик я и не хочу делать, потому что если мы, ну, я уже примерила, посмотрела, если мы делаем ротик, а единственное, что я бы бровки ей добавила. Все-таки надо, чтобы вот так появляется сразу мимика. Так, бровки обязательно. Есть вот такой вот ротик, улыбочка. Если делать вот так на щечках, если честно, мне не очень нравится. Под щечками не видно. Мне кажется, она такая самодостаточная, что ее можно оставить и так, без этого. Ну, я не буду делать ротик, я так оставлю. Может быть, максимум можно было какой-нибудь там, может, ШДМ-очку приклеить. Но она так как грустная получается. Я просто надула ШДМ-ку воздухом. Прогнала его, сделала такой вот пузырь и завязала. Вот такая у нас получилась лапа. Спасибо вам большое за ваше внимание. Делайте, пишите, задавайте вопросы. Пока-пока, всего хорошего!